Рад снова видеть вас на канале компании Медлига, коллеги. Меня зовут Константин Князев. Я преподаватель по ультразвуковой диагностике и клинический специалист компании Медлига. Сегодня поговорим о биплановых датчиках. При исследовании стандартными датчиками врач получает изображение только в одной плоскости. В результате любой орган сканируется несколько раз в разных плоскостях, как минимум в двух. Биплановые датчики в ультразвуковой диагностике обеспечивают визуализацию в двух перпендикулярных плоскостях. Такая особенность позволяет сократить время сканирования до двух раз, а также снизить дискомфорт пациента, снижая количество маневров датчика. Чаще всего их используют в трансректальных УЗИ предстательной железы. На приборе Mindray Resona i9 представлен биплановый интраректальный датчик. Такие датчики открывают новые возможности трансперинеальной биопсии, располагая иглу параллельно датчику с ее идеальной визуализацией. Преимущество – высокая точность визуализации, особенно в сложных анатомических доступах. Сокращает время исследования и увеличивает пропускную способность кабинета врача. Сокращает дискомфорт пациента. Позволяет точнее проводить навигацию при биопсии или других вмешательствах. Оборудование такого рода закупается реже по причине более высокой стоимости, однако позволяет привлекать специалистов более высокого уровня. Такие специалисты часто выбирают клинику именно по уровню оборудования. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Недавно мы сняли ролик про карандашные датчики, обязательно его посмотрите. Удачи в работе, коллеги!